по Апатитах проходит операция «Автобус». Инспекторы ГИБДД, судебные приставы и сотрудники миграционных служб проверяют, как оснащен транспорт, безопасно ли ездить пассажирам, смотрят техническое состояние. Нарушения имеются, но незначительные. Очередной рейд прошел с участием инспекторов из других городов. Каковы его результаты, узнала наша съемочная группа. В профилактической операции участвуют сотрудники из отделов ГИБДД Апатитов, Ковдора, Мончегорска, Колы и Мурманска. Проверяют все маршруты, муниципальные перевозки, а также заказные. Вот инспектор останавливает автобус. Транспортное средство начинают рассматривать от и до. Основной упор при проверке – это техническое состояние транспортных средств, которые перевозят пассажиров. Также прохождение их медиков, водителями перед рейсом. Проверяющие смотрят поручни, двери, кнопки аварийной остановки, запасные выходы. Обязательно должна быть аптечка и огнетушитель. Инспекторы внимательны к техническому состоянию автобуса. Надежны ли колеса, резина, гайки, болты, оснащение машины. На этом объекте все в порядке. Однако так бывает не всегда. За время операции с 12 февраля инспекторы, приставы и сотрудники миграционной службы проверили около 100 автобусов. Выявлено много неисправностей, к счастью, незначительных. Основные нарушения, которые выявляются на территории Кировско-Апатитского района, это небольшие технические неисправности в виде неработающих внешних световых приборов. Каких-то серьезных нарушений в ходе сегодняшнего рейда не выявлено. Все нарушители получили предупреждения, кто-то штрафы, в том числе и за непристегнутый ремень безопасности. Операция «Автобус» продлится до 23 февраля. Она дисциплинирует водителей. Такие рейды сотрудники ГИБДД планируют проводить часто.